Так задача – набрать очень большое количество петель, замкнуть их в круг и при этом сделать это так, чтобы цепочка петель не перекрутилась. Как ее решить? Начинаем с начального узелка, набираем несколько воздушных петель, вытягиваем немножко крайнюю петлю, заводим крючок снизу вверх в первую петлю, набрасываем на нее петлю нашу вытянутую, утягиваем ее обратно и дальше в таком положении продолжаем набирать оставшиеся наши петли, столько, сколько вам нужно. Когда вы наберете необходимое количество петель, вам просто нужно протянуть последнюю петлю на ту, которая уже у нас на крючке. Таким образом, мы получаем цепочку воздушных петель, которая точно не перекрутится, и более того, она смотрит на нас сверху вот этими поперечными петлями. Через них потом удобнее будет дальше вязать, у вас получится очень красивый край. Надеюсь, что вам это пригодится, этот лайфхак.